вас никогда ничего не будет в жизни, если у вас не будет дисциплины. Дисциплина – это краеугольный камень профилактики краха. Нет дисциплины – есть крах. И это стадия. Как только у вас исчезла дисциплина, у вас исчез... А люди хотят что? Освободиться от этой дисциплины. Жить, как им нравится. Это крах. Не может человек жить, как ему нравится. Не может. Запомните. Нет ни одного человека, который живет, как ему нравится. Давайте возьмем две вещи, два примера. Оба очень богатые российские бизнесмены. На рынке уже более 20 лет. А в связи с родителями, потому что этому человеку бизнес передал его отец, которому уже к тому времени 60 лет было, он старший сын принял корпорацию. Он как бы продолжил дело отца, но он его приумножил. То есть он его не оставил в той стадии, в которой ему его передал отец. То есть та компания, которая была, она была богата, сегодня она сказочно богата. Эта компания. Так вот, давайте возьмем этого человека. Его жизнь протекает в самолете. То есть он мне говорит, что я дома не был уже, ну, наверное, с годик. То есть вот так живет мультимиллионер. То есть человек, который имеет столько денег, он должен по вашим всем меркам лежать на Мальдивах. Он там не лежит и бывает там только на переговорах. Давайте возьмем другой пример. Возьмите любого бизнесмена. Любого. Кто может сказать, что он не занятой человек? Нет. Валерьевич, вы знаете хоть одного незанятого бизнесмена? И я таких не знаю. Но в книжках написано обратно, что бизнес для того и создан, чтобы вы не работали, а отдыхали, а бизнес для вас работает. Такого не бывает. Не бывает, запомните. Чем больше бизнес, тем больше проблем. Чем меньше бизнес, тем меньше проблем. Но проблем, слово проблема, она никуда не исчезает. Задачи и проблемы постоянно существуют. Сыпятся на голову со всех сторон. Запомните это раз и навсегда. Не бывает бизнеса, в котором нет проблем. Таких бизнесов нет. Нет проблем с конкурентами. Ну, у вас отсутствуют конкуренты. Вот, то есть проблемы с правоохранительными органами. Нет проблем с правоохранительными органами. Есть проблемы с деньгами. Масса проблем. Не те, так другие существуют. Понимаете? Постоянно. Поэтому кто становится на бизнес-стезю, кто хочет заниматься бизнесом, должен для себя зарубить на носу. Ребята, это каторжный труд. Но это возможность попробовать себя. На что вы способны? Это факт. И задача как раз проверить себя, на что ты способен. И это очень хорошее место, где знания соединяются со смертью и становятся силой. Бизнес. Запомни. И если у вас нет дисциплины, вам в бизнесе делать нечего.